Колыма уже много лет испытывает кадровый голод. Для молодежи необходимо создавать более комфортные условия проживания, чтобы выпускники школ и вузов не уезжали. Вопросы трудоустройства обсудили с работодателями на заседании в правительстве Магаданской области. Помимо этого, отметили, что на работе молодым специалистам необходимы наставники, которые будут помогать освоиться на своем рабочем месте. Работодатели отмечают, что никакая адаптация и лояльность не помогут, если молодежь не видит перспектив на Колыме. Вынуждает обстоятельства людей уезжать. К сожалению. Уехали родители, и дети тянутся вслед за родителями. Если бы была возможность построить такую инфраструктуру, при которой никто бы не хотел уезжать, немного снизить цену хотя бы на продукты питания для населения, да, вот в этой области, я считаю, что уже отток бы стал гораздо меньше. По словам работодателей, в области не хватает специалистов рабочих профессий, а также маркетологов, SMM-менеджеров и программистов. Многие после получения профессии уезжают в центральные районы страны в погоне за большой зарплатой. В целях продвижения наставничества правительство Колымы проведет конкурс среди работодателей, которые помогают молодым людям освоиться на предприятии.